Приветствую всех на моем канале. Сегодня у нас ролик не о заточке, а ознакомимся с новыми брусками. Это органика, если быть более точным, алмаз на органической связке. Вот, FF. Это бруски премиум, бюджетные, как я говорю, народные, бюджетные. Они идут от 3 на 2. До 860 на 3. 3 мм алюминиевый бланк. 3 мм рабочего слоя. Сейчас расскажу, почему эти отдельно, эти отдельно. Такие бруски мы получаем при покупке. Их надо притереть, как бы взбодрить, снять фасочки. Так как притирать их надо 100%. При покупке я потом объясню, как их притирать. Вот. Это не есть большая проблема. Их надо подготовить, как бы в рабочее состояние вывести. Вот. Я себе вот для теста притер. Вот. 3-2. Притер. 5-3. 7-5. 14-10, 28-20, 40 на 28 и 63 на 50. Это мой рабочий сет, обычно я им работаю. Это уже на вкус и цвет, как бы. Вот. Так, еще раз повторюсь, вам надо их будет притереть и снять фасочки на стекле с карбидом кремния. Как их притирать, я при покупке потом расскажу. Вот. Или после покупки. Такая замануха. Так, теперь сейчас посмотрим их немножко допуски. Допустим, 7.5 возьмем. Тут у нас 6.14, 6.15, 6.13. Вот. С маленьким перепадом разворачиваем брусок. Насколько мы знаем, этим толстым местом ближе к себе работаем. Вот. 3 на 2 у нас 6.25, 6.26, 6.25. Ну, тут легенькая пузика. Это не страшно. У нас в работе такие бруски мы получаем при покупке. Так, у нас тут 6.36. Здесь должна быть ямка. 6.30, 6.36. Притирать их обязательно. Все бруски, которые я тут перетирал, у них все получается тут ямки. Одна больше, где-то меньше. Они плавают. Ну, все бруски надо перетирать. Вот эти бруски будем тестить. Будем работать. Вот. Так что бруски посмотрим характер работы под микроскопом потом. Они идут с таким вот паспортом. Каждый брусочек идет. Так, ну, как бы на этом все. Ознакомились. Следующий ролик будет уже с заточкой.